нашли здесь расположенный офис 12 островов, Додеканису. И здесь тоже растет бугенвилия. Пойдемте зайдем на второй этаж, посмотрим, что там еще. Везде, где можно, есть горшки с цветами. В Греции стараются, если нет возможности, если нет кусочка земли, то стараются хотя бы вазонами, горшками с цветами украсить входы, потому что это смотрится очень красиво. Видите, обыкновенный папоротник, который у нас в России прекрасно растет, поставили в горшок, и посмотрите, какая фактура, какая, как красиво он смотрится еще на фоне такой древней средневековой стены. Уходим. На самом деле здесь... Ой. На самом деле здесь очень доброжелательно относятся ко всем туристам. Никогда там не скажут, что «Ай, уходите отсюда, не снимайте здесь». Ни разу не было такого, чтобы откуда-то... Очень любят, и любят особенно очень русских туристов народец. Доспехи рыцаря. Сам рыцарь стоит. Вот примерно такие рыцари в средневековье ходили по этим дорогам. Этот магазинчик прямо специализируется на доспехах, на рыцарях, маленьких, больших, все для сувениров. Вот здесь вот еще такие щиты, доспехи. Интересная сувенирная лавка, в которой все из дерева сделано. Досочки всякие, лопаточки, все, что хотите из дерева. Шахматы. Шахматы, пожалуйста. Здесь мы еще нашли вот такую вот интересную книгу. С одной стороны на французском языке, с этой на древнегреческом языке. И там говорится о том, что в 1522 году гречанка Анастасия, она сражалась с врагами и погибла. Не написано в книге, с кем именно сражалась и погибла. И там, там написано от автора еще, что память о ней должна храниться вечно. Вот такой интересный экспонат нашли еще не выходя. Сегодня наша мини-экскурсия по древнему городу закончена. Желаю вам приятных впечатлений и до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!